Друзья, всем привет! Очередное видео распаковочка. Пришла вот такая вот маленькая очень посылочка. Значит, в ней у нас предположительно USB светильничек для ноутбука. Делаем, собственно говоря, распаковку пришедшей посылки и заглядываем внутрь. Угу. Так. Ну, в общем, да, вообще внутри только такой вот он, я так понимаю, гибкий и непонятные какие-то следы. Не знаю, видно, здесь не видно. Какой-то, видимо, была какая-то наклейка. И оторвана она. Не очень красиво это все смотрится. Вот. Так. Соответственно, во включенном состоянии все это у нас будет выглядеть следующим образом. Вот эта сторона, оказалось, это просто обратная сторона. А, собственно говоря, светит это вот передняя. Ну, то есть можно воткнуть в ноутбук, погнуть вот таким образом и в темноте, например, работать. Вот. Собственно говоря, копеечная вещь. Но иногда может пригодиться, например, если в помещении в темном нужно поработать с ноутбуком, на клавиатуре нет подсветки. Так вот в моем случае, например, с моим ноутбуком подсветки на клавиатуре нет. Да. Вот такая штучка выручит. Соответственно, ценник и ссылка на продавца будет в описании к видео. Так, да. Друзья, небольшое дополнение. Соответственно, те следы наклейки, которые были с передней стороны, они очень легко, буквально вот такими движениями все счистились, собственно говоря, светильник, ну, практически в идеальном состоянии. Хотя, конечно, все равно некоторая неприятность от ленности попавшегося мне продавца осталось. Все, спасибо, всем удачных покупок, пока.